Этот щенок и еще один пес попали в центр помощи животным не так давно. Во время снегопада и гололеда животных бросили на улице. Шансы выжить были минимальны. К счастью, их подобрали неравнодушные люди и привезли в приют. Кира. Такое имя дали ей здесь. И хотя ей всего 4 месяца, охранять двор – ее любимое занятие. А еще играть. У нее веселый нрав и врожденные качества настоящего охранника. С Кирой вам будет надежно и совсем не скучно. Этой зимой на временное проживание было принято много животных, поэтому вы, принимая к себе в семью хотя бы одно животное, даете шанс другим кошкам и собакам хотя бы выжить. Сейчас на ваших экранах вы видите координаты приюта и его расчетный счет, на который вы можете перечислить денежные средства. Не оставайтесь в стороне, ведь кто поможет животным, если не мы?